Сегодня в Чебоксарском районе из-за аварии с рейсовым автобусом погиб один пассажир. Около полудня на автодороге Чебоксары-Сурская у деревни Большие Катраси опрокинулся автобус. Рейсовый ПАЗик двигался из села Красное Читаев в Чебоксары. Всего в автобусе находились 8 пассажиров. Шестеро получили травмы. Сегодня с выпадающим первым снегом проезжая часть, значит, у нас сегодня находится в состоянии, в скользком состоянии, вы видите. Но здесь предусматривается вина водителя автобуса. Четверо пострадавших были доставлены в больницу скорой помощи города Чебоксары. В 11:40 к нам поступили 4 человека с этой аварии. Двое из них признаны амбулаторными, ссадина и, значит, повреждения, те, которые они получили, не нуждаются в госпитализации. А 2 человека нами госпитализированы. У них сочетанная травма, множественная травма, переломы голени. У одного из пациентов ребра. Сотрясение мозга, вот примерно такое состояние. В настоящее время их жизнь ничего пока не угрожает. Они все госпитализированы в отделение нейрохирургическое. В настоящее время получают лечение.